193 миллиарда тенге инвестиций привлечено в экономику Актюбинской области с начала года, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В планах довести этот показатель по итогам года до 1 триллиона тенге. Какие уникальные проекты запустят в регионе и сколько рабочих мест появится за счет открытия новых производств, расскажет Лейла Уесова. В индустриальной зоне Актобе сегодня действуют 12 предприятий. На стадии реализации еще 14 проектов в таких приоритетных секторах экономики, как металлургическая и нефтехимическая промышленность. Производство строительных материалов с общим объемом инвестиций 172 миллиарда тенге и созданием 1200 новых рабочих мест. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации сообщила заместитель директора управляющей компании Сауле Нуртаева. Из них проект по переработке пищевых отходов на общий размер инвестиций 700 миллионов тенге. Занимаемая площадь территории составляет 3 гектара. Также производство агрохимикатов, это ТО МКР+. Общая стоимость инвестиций составляет 483 миллиона тенге. И самый крупный проект этого года – это проект ТО «Актюбе Стил», производство цельнокатных железнодорожных колес. Общий размер инвестиций составляет 156 миллиардов тенге с предоставлением 600 рабочих мест во время эксплуатации. Оператором индустриальной зоны выступает СПК «Актюбе». На сегодня в корпорацию поступили 4 новые заявки от компании по выпуску нефтепромышленной химии, по сборке газового оборудования, а также производителя сухих строительных материалов. Расширить свой ассортимент намерен и действующий резидент новым проектом по производству бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы. Стоимость этого проекта составит около 3 миллиардов тенге. В 1 гектар инвесторы должны вложить не меньше 120 миллионов тенге. На стадии подписания договора находится также один проект, это ТО «Элит Холдинг» по переработке картонных упаковок и тетрапакетов. Общий размер инвестиций составляет 6 миллиардов тенге, занимаемая площадь территории составляет 10 гектар. Таким образом, успешная реализация вышеприведенных 26 проектов даст социально-экономический эффект с общим объемом инвестиций в размере 201 миллиард тенге, созданием более 2000 рабочих мест, освоением 146 гектаров земельных участков на индустриальной зоне из 155 полезных, что составляет 88% от общей площади, выделенной для реализации проектов. Для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе активно укрепляют производственную, транспортную и сервисную инфраструктуру. До 2025 года в регионе планируется реализовать 16 крупных проектов стоимостью 2,8 триллиона тенге. Для улучшения экологической обстановки региона подписан меморандум с компанией ERG, в рамках которого будут реализованы проекты на 1,1 триллиона тенге, в том числе первая переработка шламов, складируемых в Донском ГОКе с 1973 года. Это утилизационные и ветроэлектростанции с общей мощностью 250 мегаватт. Модернизация плавильных цехов Актюбинского завода ферросплавов, которая позволит снизить выбросы со степенью очистки не менее 99% твердых частиц. Также компанией ERG будет реализован крупный проект на сумму 878 миллиардов тенге по строительству второй очереди шахты десятилетия независимости Казахстана. В прошлом году на международном инвестфоруме в Астане между Акиматом Актюбинской области и зарубежным бизнесом было подписано 12 меморандумов на общую сумму 3 триллиона тенге. За счет реализации проектов с участием крупных инвесторов из Германии и Турции в регионе создадут железнодорожный и медицинский кластер, а также построят логистический хаб на базе международного аэропорта Актюбе. Лейла Осева, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе.